Чувашии началась активная пора ямочного ремонта дорог. Объем работ больше прошлогоднего. Такие сюрпризы преподнесла зима. Как магистрали приводят в порядок, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Дорога, ведущая из Чебоксар в Шумерлю, одна из самых проблемных. Разогнаться до разрешенных 90 здесь многие не рискуют. На пути немало ям. Специалисты говорят, всему виной погода и температурные скачки. Неблагоприятные погодные условия, переходы через ноль и старое покрытие, большой недоремонт. Это одно было. Плюс к этому добавилось у нас М12, интенсивное движение большегрузного автотранспорта, которое также неблагоприятно воздействовало на дорожное покрытие, и из-за этого идет интенсивное разрушение. К 10 апреля мы уже выработали половину годового лимита на ямочный ремонт по контракту. Объем сделан довольно-таки большой. В этом году асфальтобетонные заводы были запущены раньше, чем обычно. У дорожных организаций горячая пора. Ямочный ремонт продолжается в большинстве муниципалитетов. На автомобильных дорогах республиканского значения ямочный ремонт ведется 13 бригадами. То есть это 7 бригад ведут работы со стороны Дортех и 6 бригад ООО «Воддорстрой». Работы ведутся не только с применением ямочного ремонта в ручном режиме, как мы видим здесь, но и работы ведутся с применением асфальтоукладчика и катковой группы, соответственно. На сегодняшний день объем ямочного ремонта составляет чуть менее 21 тысячи квадратных метров. В прошлом году к этому моменту мы выполнили всего 3900 метров квадратных. Сейчас подрядчики используют один из самых эффективных методов ремонта – горячий асфальтобетон. По словам подрядчиков, одна такая заплатка должна продержаться уж точно несколько лет. Всего же по республике должны отремонтировать 260 тысяч квадратных метров дорог. Работы планируют завершить к 1 июня. Дмитрий Ковалев, Павел Рыдков, Республика, из Шумерлинского муниципального округа.